Сегодня у нас 19 сентября 2024 год. Это вот мы находимся возле моего дома тут. Бывший калашнический дом. Белый дом. Вот и копаем сегодня этот участок картошки. Вчера у Надежды Васильевны выкопали с Божьей помощью. И сегодня точно так же. Урожай я просто не ожидал. Крупная картошка такая. Господь в этом году благословил, обильные дожди дал. Начиная с весны, лета и осенью тоже. Земля сырая даже до сих пор. Вот. Милость Божья. Сегодня читали 135-й псалом, как раз об этом говорит. Ибо вовек милость его. Потопил я Черном море, ибо вовек милость его. Да. Господня. Во всем милость. Вот Игнатий Тихонович копает вилами. Брат Георгий тоже вилами копает, но предпочитает лопатой. Но ему достались вилы. Брат Ян копает лопатой. Чуть-чуть, а лопатой разрезаешь. И она лучше хранится, чем колотая. Половинчатая, да. Она это корочкой покрывается и все, а там внутри гниет от вил. Не знаю, кто может опровергнуть, но у меня такой опыт. Истину глаголит, брат, истину. Полотая, резаная, надо есть в первую очередь. Ну да, мы так и делаем, мы так и едим. Я ее с мелкой обычно оставляю резаную, колотую. И мы ее потом едим в первую очередь. Игнатий Тихонович, ну как вам урожай? А? Урожай как вам? Хороший, лучше, чем даже когда... Садили рано. Садили-то уже, считай, половина, больше половины июня прошло. Я думал, нет. Ну, 2-3 бросали, она разрослась, и гляди какие. Батюшка в одном гнезде вот такие большие 28 штук набрал. Mm-hmm. Ну, у нас тут поменьше. Я считаю, это все благодаря тому, что нам помогал Евсевий. Он уже ходит и бросал, и видели, там мы снимали. И вот ему придется дать, когда приедем. Картошку. А Ездор-то еще маленький. Он просто себя вел прилично. Это Дарья пожелала тут быть. Дочка Елена из Водыщенко. Хорошая женщина, молодая. Ну, вот я вокруг обошел, видишь, заключил сюда. Вот теперь видно, что где. Там он. Там надо добивать вон там. Добить вон ту надо. А там Иоанн идет. Вон. А? Иоанн копает. Иоанн. Ага, слава Богу. Сколько милость. Времени-то? Первый час нету? Первый час, говорят. Первый, ну вот так. Сестры, у вас как там? Сейчас у нас обед. Не, я имею в виду, готов? А, да. Без двух. А? Без двух минут 12. Мы успеем выкопать. То есть у вас все готово уже, да? Да. Ну все, тогда вы, смотрю, не беспокойтесь даже. Здесь везти надо отправить салат. Салат фирменный сегодня. А, без 10 сейчас? Сейчас. Да можно и раньше. Сейчас докопаем как раз. Завтра выезжу, сегодня лягу, отдохну. Вот если так рассуждать, то нам тут никогда бы не кончить. А вот видишь как, сколько нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек, полнота Божия. Вот Бог же побудил, приехали гости. Да. А гостить-то где? На поле, трудом. Вот сколько кто картошки увезет, можем дать. У нас тут хрен растет большой, можно накопать. Кому нужна черноплодная смородина, вот она. Рядом. Смотрите, черноплодка. По ведру по полному можете набрать. У тебя сумок много, может, как огурцов. Книги по почте приедут, но картошку по почте не будешь отправлять. Дорогая будет картошка. Я книгам 16 тысяч. Ох, Игнатий Тихонович, ох, Игнатий Тихонович. А тебе Оля возьмет себе на заметку. Сколько сможешь увезти, столько увозит. Загрузит пол вагона. Да, Володя, снимаешь? Да. Да, надо обратить внимание, вдвоем не успеваем за Игнатием Тихоновичем. Один копает, а мы вдвоем где-то в хвосте. А расстояние увеличивается. Мы ускоряемся и бесполезно. 86 лет, да? Да, 86 лет.
Такое же, да? А мы успеваем. Так ты сам помогаешь. Ну выкапывать-то ты сам помогаешь тоже. Так даже если мы успеваем, идем наравне, можно похвалиться. С кем? С кем? Подожди, как минимум, ты его рада доцеливать. А мы успеваем. Шутка-то не понял, не понял. Не понял, да. Ну все, ладно. Слава Богу за все. Аллилуйя.